Заработало самое высокое в Новосибирске колесо обозрения. Оно находится на территории планетария на Ключ-Камышинском плато. И горизонт видимости у него 20 километров. С верхней точки виден почти весь город. У этого колеса даже будет имя – Титан, в честь спутника планеты Сатурн. Аттракцион поднимает посетителей на высоту почти 200 метров над уровнем моря. Выше в городе только трубы ТЭЦ-5. Построили его на деньги частного инвестора. Закрытые кабинки позволят новосибирцам любоваться городом с высоты птичьего полета круглый год. Стоит такое удовольствие будет 150 рублей за один круг. Пока в кабинках играет только музыка, но позже здесь установят еще и восьмикратные бинокли и небольшие метеостанции. Барометр. Он позволит определять высоту подъема. То есть человек, наблюдая за барометром, увидит, что давление снижается. Это явно ощутимая величина. Это температура, скорость ветра, ну, основные вот погодные параметры.